Шедевры европейской графики. В Москве открылась выставка из собраний семи Басниных иркутского купца Василия Николаевича и его сына юриста Николая Васильевича. Гравюры Рембрандта, Рафаэля, Бароччи, Буше доставили из запасников Государственного музея изобразительных искусств. В числе первых уникальную экспозицию увидела наша съемочная группа. Правнучка Басниных Софья приехала на открытие выставки в Москву и Швейцарии. Известная флейтистка, ее предок Василий Николаевич жил не в Европе, в Сибири, но и он любил музыку, играл на фортепиано, а еще создал первый в Иркутске ботанический сад. В 19 веке в нем росли такие же розы, тюльпаны, лавры и орхидеи. Купец, он прокладывал знаменитый чайный путь из Китая. Василий Николаевич заложил основу гравюрной коллекции, которая до сих пор считается крупнейшей в мире. Его сын продолжил дело. В этом есть что-то удивительное, да? Вот где-то там в глубине страны, в Сибири, вот эти люди, которые, ну, начинали как купцы, верно? И потом вдруг вот такой взлет, такой интерес вот к культуре, к искусству, да еще зарубежному. Это поразительно, какая-то гордость возникает. Сегодня это собрание хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь есть работы всех западноевропейских гравюрных школ, более 8 тысяч листов и 311 редких книг. Начиная с конца 15 века, начиная с работ Шангауэра и Дюрера и кончая началом 20 века, то есть работами тех мастеров, которые были современниками Николая Васильевича Баснина. Речь идет о Репине, Шишкине и так далее. В 1918 году, узнав о смерти Баснина, английские антиквары отправили к вдове Николая Васильевича своих представителей. Предлагали купить коллекцию. Баснина отказалась от очень больших денег и передала все в музей. И еще одна большая удача. Большинство коллекций дошло до наших дней. Рубенс рисовал пером, а они каждый штрих обрезали. Поэтому это называется обрезная гравюра. Но они сами были великолепными художниками, в частности Вегер. Просто не рисовальщик, не мог так награвировать. Это награвировано великолепно, это шедевр. Коллекционер коллекционеру. Потомок Басниных Михаил Верхоланцев рассказывает иркутянину Виктору Бронштейну о собрании своих предков. Например, об этом редчайшем оттиске на японской бумаге. Петр Иоанн у врат храма. Оттиск сделан при жизни Рембрандта. С огромным удовольствием вот я познакомился с продолжением как бы вот традиций иркутского купечества. Эти традиции, хотя бы в области культуры, в Иркутск нужно постараться вернуть всеми силами. Эксперты считают, что выставка не только знакомит с западноевропейским искусством, она открывает миру выдающихся коллекционеров-сибиряков Василия и Николая, отца и сына Басниных. Ольга Куклина, Мария Арестова, Роман.